Настоящие герои красноярских подростков наградили за спасение утопающих. Пожать руку юным смельчакам и лично сказать им спасибо приехали заместитель председателя правительства края Анатолий Цикалов и член Совета Федерации Валерий Семенов. Интересно, что среди тех, кто, не раздумывая, бросился на помощь, была девушка. Елизавета Казарцева вместе с друзьями помогала мужчине, который только чудом не ушел на дно озера. История троих парней не менее отважна. Кирилл Богомолов спас мужчину, который потерял сознание на Красноярском водохранилище. А друзья Влад Перов и Евгений Власов вытащили из Абаканской протоки 11-летнюю девочку. Всем им вручили благодарственные письма и медали. Услышали то, что тонет девочка. Все, мы сначала осмотрелись, ее нету. Я начал нырять, искал ее где-то минуты две. Потом ногой почувствовал руку. Ну, потянул ее за руку, и вот как раз друг Женя меня уже из самого из воды вытащил. На пляж, где мы с нашими друзьями отдыхали, приехала группа людей, мужчин, и отдыхали там тоже. И потом я поняла, что из людей, из компании прежних людей не хватает одного человека, и в воде его тоже не видно. То есть получается, что он, к сожалению, уже под водой. Большую работу проделали и мои друзья, когда доставали его. Я им очень сильно благодарна. Это колоссальная сила нужна, чтобы достать человека из-под воды.